Красота. Рыбы нет тоже. На тебе одну рыбу. Одна группа, первая налево, вторая направо. Блять, пристабав, дай ПС. Что-то на мне пристабафа нету. Каску И... дал. Каску на дал. АП крикнул. Все, все готово, отчет даю. Давай, пуляй. У меня тут ни дебаф не забито, нихуя забивать. Сука, так неудобно, блядь. Бегать, конечно, то, что надо, это хуёво вообще. Наличники сейчас будет, короче, это... сокрушение с гейзерами вместе. Нет, гейзеров не будет, будет просто сокрушение, отбежали. Ага. Или умрите. Поезда. Сейчас гейзеры будут на поездах сразу. Будете. Это приятно, уже народ плюс-минус начинает все понимать, что делать. Спасем хила, давайте. Ебать, удачно. Прошли. Удачно получилось, да? Молодцы. Сейчас становите. Следующие гейзеры мили будут. Берегитесь. Брюлю, уводи дальше, неудобно бить. Гейзеры вышли. Ага. Так, метка. С меткой сбегаемся. Бегите, в танка. И поезда еще, кстати. По стойку нажал. Все, вышли. Берегитесь. Сука. Мне же не померено нихуя. Давай, Брюль, выводи его нахуй отсюда. Успокойся. Глыбу. Глыбу заезжу. Первый раз его убиваешь, что все потяжелое. Ну, молодцы просто, никто не ловит никакую залупу. Брюли красавчик. О, вот эту хуйню мне надо, нахуй. Как она называется, скажи мне, блядь. Топорик, нахуй, сразу кидай. И только я могу... И чё, тебе не надо? Чё это? Кольчуга, что это, на кого это, нахуй? Ну, это на энха. О, давай сюда, нихуя, я энха делаю, короче, пацаны, блядь. Ебать, и вот этот топорик еще. Ебать, топор сейчас... здесь только ты домой не... носишь. Там чарка на ханта. Тебе не роль придется. На ханта. Если на это, да, там чарка на ханта. Я особо не читал, что там. В натуре, блядь. Еще у нас ханты есть? Ладно, пух.
Буду. А, ебать, говно, нахуй. Ладно. Кого там это нет, да, он тебе отдадим. И перчатка это у нас что, кожа? Кожа у нас кто? Перчатку я пока у себя оставлю. Потом будем ролить. Так. Прикольная пушка. Это такой апнуть надо, конечно. Не могу понять, что лучше, блин, грань все-таки или троллейбой. Троллейбой нахуй, какая грань, блин, ты чё? Ты, ну, удар героя больше будет бить под ним, под троллейбоем. Грань, она 64-я, троллейбой 71-я, чё тут думать. Ну, короче, на 20 урона больше дает за счет скорости. Там даже не в скорости, но даже статов от дырки от третьей ты больше получишь. Только из-за этого. Даже не то, что статы этой пухи, блядь, а то, что ты камень ставишь. Ну, представь, вот грань с двумя дырками и грань с тремя дырками, какую ты оденешь? Не, видишь, там грань она дает. Ну, сила она дает. Она, короче, всего на сколько там? 12 сил меньше дает, чем троллейбой. Ну, с учетом того, что туда ставишь все эти. А вот то, что у нее скорость 3,7, то вот... Короче, хуй знает, блядь, типа. Пока... Я ее не одеваю там где-то на каких-то там таких боях. Так, я тут тактику забыл на хила, ну-ка, какая тут тактика? А, хилить, да? Стоять, хилить. Короче, гаврики пойдут, выносим либо в квадратик, либо там, ну, дохуя, что-то далеко метку поставил. Короче, туда, к стеночкам, чтобы до вас хилы доставали. У нас по сейвам нихуя нет, да? Ах, мы так справимся. Сильно и так справимся. Это будет черная хуйня. Дыхание. С черной хуйни выбегайте, миличники. Блять, сфера по танкам. Маленько пройди, чтобы она не дамажила танк чуть-чуть вперед. Все, обратно забежал, я закрою сферу. Она дамажит один хуй, там что-то дамажит вокруг, что это за хуйня? Она это, там отбегали, до танка не доставал, он в рутах стоял. Давай, Геро. Сейчас щупается появится. Готовьтесь хилить. Щупальца появились, купалки вынесите, маг, рога и этот принцип, блять, кто друид. А там уже крупа, да, посыпались. Да, понятно. Что вы, вот вы стоите, да, вот эти две сферы, видите, они по 6 тысяч каждую секунду бьют. Вы как думаете, блять, это нормально вообще? Надо как бы их убить, блять, они под боссом у вас стоят. Сколько у вас там миликов? Они вас загрызли, блять. Чё, блять, ебаните пару рассекающих.
Ебать, это ДБМ все нахуй пищит, анонсит, метки ставит, нахуй, охуеть. Или это твой, или это мой-то? Ну, у меня же этот, на ком лидер висит, там умеет. А, ну у тебя... Просто кому-то захотелось пойти по левой стороне, да? У тебя гимн есть. У Брюли Т4 есть. Ну, короче, эти ваши грани, блядь, в правой руке, ну. Цепрот и пейте, чё? Кто вас прошибает, блядь? Хуй захилишь. А что там захиливается? Просто не надо стоять в куполах. В куполе не проходит хил. Да, давайте, короче, все сопроты выпиваем. Чтобы лишнего вам урона не наносило. Рыбу вон сзади покушайте. Не надо его разворачивать, он нормально стоит. Должен стоять лицом к двери. Так. Нахуй агрите, блять, алё. Чё, пьяный, что ли? Чё, вы не можете в центре стоять, пацаны, блять? Ладно, хуй с ним, к вам подойдут. Берегитесь. Представьте под сферу. Захиливают это дыхание. Черных вы не выходите. Сейчас дыхание будет. А, встал. Внутри пошли эти субстанции, нестабильные субстанции. На кого-то из РДДшников идут, смотрите, там он бегает. Босса перевели, сейчас будут щупальца. Готовьтесь захиливать, и после щупальца там будет там примерно этот... Вихрь будет. Вот щупальца пошли. Давай Геру. Полки выносите. Два друида. Просто вынесите в сторону. Ага. Сейчас под это дыхание не зыбку. Давай не зыбку, не зыбку, давай. Полки выносим. Сейчас будет касс, надо будет зайти в них. Дыхание, дыхание. Сейвы свои отдайте, какие есть. Можете спокойствие скастовать. Песа можешь гимн хп скастовать. Надо было. Можно было. Вон аретрика. Вон танк. Удар грома. Хорошая ебаная, блять. А, это Навара. Где наш мана шмот, блять? Что это за хуйня? На ретрика? Буря? Песня? Че, жезл нужен, кому нет?
Храните жезл, надо нет компа. Лоса. И чё, на ретрика? Ретрика у нас нету, да? А, брюли, давай тебе закину. Тебе круть нужна это? Сразу я по некому больше кидать. Ну потом, не, дальше дойдем до конца, у меня просто места нету в сумку. Короче, первые метки, смотрите, сюда в угол выносим, вот сюда в угол. Вторая метка, выносите в угол, встаете вот сюда, появляется вторая метка, все отбегаете правее, метка выносится рядом с предыдущей меткой, куда вынесли до этого. Дальше переходите чуть-чуть правее, опять появляется метка, на ком метке чуть-чуть левее, те, кто без меток, чуть-чуть правее, и бегаете просто в одном фрейме вокруг босса. Не выносите, пожалуйста, ни метки не туда, куда положено. То есть не надо выносить, если вы разливаете а здесь, не надо выносить вон туда, потому что, ну, вот условно, вон туда дальше, потому что люди, когда пойдут, будет неудобно, им придется через... Короче, мы двигаемся от локовского портала до звезды, правильно? Или поставь вон метку. А то короче... правее, левее, потому что я отвернусь от босса, право это будет лево. Вот отсюда... Короче, первые сюда... Идете вот сюда до зеленой, а потом идете от зеленой метки, идете до оранжевой метки в ту сторону комнаты. Против часовой, если смотреть на босса лицом. Так, ну давай я на тебя поставлю туда звездочку. Песа, твоя задача диспелить. Там, может, там танка надо будет тоже тебе диспелить поближе. Короче, ты тут только диспелом занимаешься. Ну и дамажит можно, но в основном диспелить. Там кот еще раз про метки спрашивает. Ну вот смотри, ты здесь вот, значит, первый выносишь сюда, и пошли метки складываем рядом друг с другом, движемся в сторону зеленой метки. Когда доходим до зеленой метки, начинаем двигаться в сторону оранжевой метки. И так идем по кругу комнаты. Добрый час у нас. Готовность подтвердит. Метки выносите. Ага. Это вернулись от фера.
сейчас сокрушение будет у лишника. Диспел. Просто жмешь масс диспел, потом точечно ты диспеливаешь все остальное. Отвернулись от второй. Лишник-то. Кто-то, короче, не туда вынес, ну ладно. Перебегайте сразу вот сейчас. Сейчас будет фир. Если я поставил квадратик, к квадратику, пожалуйста, все уйдите вот сюда и звездочку встаньте. От фира отвернуться надо было. Метки выносите вон туда, ближе в зеленую метку. Ну куда ты нахуй побежал с меткой? Алло, ты, блядь, че, нихуя не понимаешь, что ли, блядь? Говорю, друг к другу и по часовой, против часовой двигаемся. Куда вы нахуй их таскаете, блядь? Пэса диспель, мага, варлока, два рога там. Кто это был? Это Пэса вынес, блядь. Отвернулись от фера. С квадратиком ушли, все в квадратик встали. Квадратик вот прыгаю, блять, быстрее сюда все. Там зажало. Брюли, поворачиваю его спиной. Квадратик. От этой хуйни отгоняется. Сейчас будет фир. Скоро. Отвернулись от фера. Вставалки нету. А друид плеера нет, да, на шамана. Да ебать его в рот, нахуй. Метку выноси, что ты с ней стоишь? Пэса, Пэса, ну куда ты опять? Ну нахуй ты срёшь перед нами, блядь. Давай сляжем. Падаем, падаем. Вот эта круговая, видишь, залупа, они всегда будут нести эту хуйню. Оставь вот это, просто выносите право-лево, и проведет он босса в конец комнаты. И все, потому что они будут тебе наперед нести, и ты будешь постоянно греть, какой уебок наперед там принес. Так я вижу, какой уебок. Это Песа два раза вынес метку наперед. Так давай просто, пускай он там стоит в центре комнаты с боссом, и все, и выносите назад, вправо-влево, и все. Пускай люди выносят куда им душа угодно, блядь. И все, похуй. Ну, я так думаю, типа так проще. А то, блядь, есть такие люди, у них, знаешь, есть такая, это как называется, блядь. У меня девочка одна была, ну, в реде. Это... В пространстве хуево ориентируется. Справа, лево. Кретинизм это называется. Ну, как-то, да? Так, нахуй. Ну, типа, блядь, сложно бывает. Просто назад, в угол, к стене выносите. Вот к этим местам. Назад, в угол, к стене. Вот, а босс, где он стоит, там, пускай он там и стоит. А еще повернись, просто... Брюли... Брюли, братан, повернись еще боком, босса поставь к нам боком, нахуй, не хвостом, потому что ты, когда отбегаешь, я тебя не достаю, короче. Просто боком держи этого пидора, и все, и нормально будет. Просто я понять не могу, блядь, как просто ты оказываешься под жопой босса, когда весь рейд стоит вот здесь, вот где я прыгаю, да? А ты оказываешься под жопой босса и выносишь, короче, вообще в сторону оранжевой метки. Ты как там оказался? Вот, я тоже не понял. Вот, готовность. Ладно, короче, выносите, как вам удобно. Просто давай вот стойте вот здесь тогда в центре и выносите метки влево-вправо. Когда надо будет перебежать, я скажу просто. Вынесли метку, вернулись в центр. Ну вот, вот сюда. Вот видите, где прыгаю? То есть стойте здесь. Не надо бегать, пожалуйста, по всей комнате. И вас очень тяжело диспелить тогда. И, ну, короче, и хилить вас тоже тяжело. А чё, да? Я забыл, я же должен, блядь, кричать на этот, на ХП еще барабаны давать, да? Я думаю, блядь, чё за хуйня. Где ты так, стой, ага.
Диспель. Нет, ага. Сейчас будет сокрушение эфира. Эфира отвернулись. Сокрушение сейчас еще будет. Сокрушение отбегаете. Метки выносите. По сторонам выносите. То есть, чтобы не было метки, сейчас пройдите. А? Метки выносите. Сейчас будет фир еще. Смотрите вместе с метками. Отвернулись от фира. Сокрушение. Сейчас еще будут милишники. Отошли от него. Так, нам не метка. Сейчас будет фир, отвернулись от фира. А Сибрюля маленько туда его подведи, в тот, ну, дальше маленько проведи его, в тот конец комнаты. Да ладно, стой пока, стой. Просто перебежали остальные за квадратиком. Стой там, за квадратиком. Вот я с этой стороны. Один получается по кругу. Охуеть. Ближе к тем меткам выносите. Сейчас будет фир. Отвернулись от фира. Диспель, Песа, Песа, диспель, блять, варлока, диспель, друида, диспель, мага. Опять диспель, мага, шамана, меня, метку выносите. Все, нахуй, зажали сами все. От фира отвернулись, за квадратиком бежим. Здесь эту сторону теперь засираем. Диспель, Песо, шамана про диспель, друид. Так, шамана. От фира отвернулись. Метку выноси. Это диспель. Себя диспель. Друида кота. Сейчас будет фир. Отвернулись от фира. Диспель, Песо. Метку. Так, сокрушение. Сейчас еще будет фир после сокрушения сразу. Отвернулись от фира. Диспель, Песо. Дальняя метка. Фир отправились. Сокрушение. Диспель, Пес. Понятно, Пес опять не выпал, да? Полторы тысячи. Ну что это там выпало? Сила прилива, это на меня что ли?
О, давай сюда, нихуя себе. Так, как это там понять? Быстрена, чего-то там сила перевел. О, нормальная тема, я как раз эту хотел. Надо нет, кому жезл еще этот. Магу закинул. Это заклинание еще не готово. Ну, хоть пояс. Не зря сходил. Друид красавчик. Бля, слышно меня?